Я продавец магазина «Ретро». Вечером 10 мая ко мне ворвался неизвестный парень в маске, угрожая какой-то железной палкой или дубиной. Я даже не успела рассмотреть, так я очень сильно испугалась его. И заставил меня отдать ему все деньги с кассы, нашу выручку. И тем самым лучше сразу ушел. Я испугалась, соответственно, как бы я быстро среагировала, вызвала охрану, вызвала полицию. Полиция быстро сработала, и его нашли.